Всем привет, любители активного образа жизни по субботам. Сегодня воскресенье, не поверите, никакая не утренняя пробежка. А сегодня у нас стартует мини-лига Трейл Рига, лига Херцкнови, которую организовывает Саг Кулинович. Мы здесь вот сейчас собираем, сейчас будет старт. У нас время сейчас 14:50, через 10 минут старт. Побежим мы на Илью, видно здесь его нет. Он, наверное, за этим зданием. Ну, в общем, церковь Святого Ильи. Там очень много я делал разных роликов по этому поводу, поэтому все нормально. Вам должна быть знакома эта точка, куда мы бегаем. Народу сегодня будет порядка 20 человек, плюс-минус. Вот. Много русскоязычных ребят. Приехали ребята из Будвы. Большое им спасибо, что откликнулись на призыв присоединиться к нам. Много новеньких. Вот сейчас побегаем, посмотрим. Всем бег! Аймо, аймо! Аймо, ветерани! Мы финишировали первую нашу гонку из серии лиг. У Кати даже разминаются ноги, все остальное. Это было действительно тяжело, но при этом результаты достаточно неплохие. Opet vam se zahvaljujem što ste došli u ovako velikom broju, pa pošto je hladno, dok čekam ostale trkače da dodijelimo nagrade najboljima. Tako da ćemo... Treća žena. Александр Кутищев. Другий Олег Сазонов, да? Сазонов, да. Олег Сазонов. Олег Сазонов! Лука, браво, Лука! У нас закончился первый забег из серии забегов, их будет всего 6, как я уже сказал в самом начале. И вот мы сейчас с дружной толпой идем вниз. Спускаемся вниз для того, чтобы пойти распить вино. Саша с Наташей заняли 3 места в женской и мужской конкуренции. И у нас есть теперь вино. Возможно, сейчас мы его разопьем. Всем бег!